Всем привет! Если вы любите спорт, отдых на природе, рыбалку или вообще активный отдых, то я уверен, то, что я вам сейчас покажу, вам будет интересно. А возможно, некоторые товары будут для вас в новинку. Долго затягивать не буду, давайте смотреть, что же там такое пришло мне. И первое, с чего я начну, это вот такой вот водонепроницаемый рюкзак. Представьте ситуацию, вы собираетесь в поход на лодках или просто на природу, но беспокоитесь из-за того, что можете промочить ценные вещи, например, смартфон и документы. В таком случае решением проблемы будет приобретение специальной герметичной водонепроницаемой сумки. Такая модель представляет из себя нетяжелый мешок из непропускающей воду ткани. Такие модели всегда делаются очень удобными, ведь они предназначены для любых экстремальных условий – кемпинга в лесу, сплавов по рекам или даже для походов в аквапарк с детьми. Рюкзак имеет съемные стропы-лямки для переноски на спине. Верх рюкзака можно завернуть на несколько оборотов и зафиксировать его, соединив на специальные защелки. Это позволит эксплуатировать его в проливной дождь, сырой снег и грязь. Для теста я положил в рюкзак одежду и несколько книг. Честно признаться, я небольшой любитель читать, да и книги уже сами по себе потрепанные и старые. И если вдруг намокнут, то не жалко. А если вы из общества защиты книг, то это, с ними все в порядке, не беспокойтесь. В общем, позабрасывал я несколько раз рюкзак в реку, и все хорошо, ничего не намокло внутри, так что можете смело брать его с собой на реку и плавать на лодке, хотя и без лодки тоже можно плавать, используя рюкзак как круг. Так как мы уже коснулись водной темы, то вот вам на заметку очень интересная маска, похожая на какой-то инопланетный шлем. Вещь не новая, но уже все поклонники снорклинга, то есть ныряния и рассматривания подводного мира, повально переходят от обычных масок с трубками к такому вот шлему для плавания. Старые маски тоже вроде неплохие, но есть и недостатки. Обычная маска запотевает, в нее заливается вода, у некоторых от трубки болят десна. С этим шлемом таких неудобств не будет. Обзор по сравнению с обычной маской тут почти панорамный, угол около 180 градусов. Но главное, зоны внутри разделены. Воздух от дыхания не проникает к стеклу, через которое пловец смотрит, так что оно соответственно и не запотеет. В маске можно дышать и ртом, и носом. Это очень важно для новичков в подводном плавании. В отличие от традиционных трубок, маска имеет сливной клапан в нижней части, который не позволяет попадать в воде во время волн или ныряния до 3 метров. Текстильный ремешок на резиновой основе позволит одевать маску парням и девушкам, не переживая за выдирание волос, как в классической маске с резиновым ремнем. Прилегание маски регулируется в 4 точках, в отличие от классической маски, где можно регулировать всего лишь 2 точки прилегания к лицу. Специальный клапан для отвода воды из маски позволяет удалить воду, попавшую в маску, не снимая ее. Нужно просто поднять голову, и вода автоматически вытечет. В общем, штука очень крутая. Если вы в скором времени будете отдыхать на морях или на чистых озерах, то прям очень советую присмотреться к такой маске. Мне 2 года назад, когда я был последний раз на море, очень такой не хватало. Вы видели когда-нибудь такие перчатки? Плавая в бассейне, я сразу оценил их, вещь очень интересная. Можно в них, конечно, плавать не только в бассейне, но и в море или в любом водоеме. Эти профессиональные перчатки для плавания и дайвинга могут использовать как начинающие, так и профи. Их использование значительно увеличит скорость плавания и облегчит передвижение под водой. Нужный девайс для любого дайвера и тех, кто хочет развить скорость плавания на поверхности воды. Такое изделие может использоваться во время обучения плаванию, во время занятий по акваэробике, а также просто при любительском посещении плавательного бассейна. Экипировка помогает тренировать силу и технику гребли, способствуя лучшему балансированию на воде, а также увеличивает сопротивление с водой. Товар внешне напоминает плавник, который имеет обрезанный крой. Такой элемент на изделии помогает лучше ощущать природный поток воды.
Перчатки полностью повторяют контур кисти рук и не спадают во время даже достаточно интенсивного использования. Материал, из которого пошиты перчатки, наделен такими характеризующими качествами, как мягкость, водонепроницаемость и легкость. Эти перчатки я одевал в бассейне, и эффект от них есть, сразу чувствуется. Удобно плавать как брасом, кролем, на спине и баттерфляем. Правда, при баттерфляе особенно они ощущаются, так как при проходе рук над водой, при гребке, перчатки создают дополнительный вес на руках из-за мокроты, и проходить руками над водой сложнее. Это и к лучшему, ведь для тренировки они использовались. Если сравнивать с лопатками для плавания, то лопатки получше будут, но это уже специально для развития силы и техники в плавании. Эти же перчатки полностью универсальные, стоят, кстати, недорого. И последней новинкой на сегодня будет спортивный костюм 5 в 1. Это комплект профессиональной спортивной одежды, который предназначен для интенсивных тренировок, фитнеса, кроссфита, бега и единоборств. Если вы любите спорт и вам важен комфорт, эстетический вид и качество, то такой комплект будет вам кстати. Вся одежда быстро сохнущая и влагоиспаряющая, что придает дополнительный комфорт при интенсивных тренировках. На всех моделях имеется трикотажный шов, который не разойдется при максимальном растяжении ткани, а также за счет своей плоской формы он не будет натирать тело при тренировках. В данный комплект входит 5 единиц одежды: леггинсы, шорты, быстро сохнущая футболка, рашгард с длинным рукавом и спортивная кофта. Преимущество такой одежды в том, что есть возможность комбинировать одежду для тренировки в зависимости от температуры, анатомический крой не натирает кожу и обеспечит полную свободу движений, выполняя упражнения. Компрессионный материал сжимает нужные группы мышц, улучшая приток крови к ним. Эта функция увеличивает выносливость спортсмена. В отличие от одежды из хлопка, пропускает воздух и отводит пот во время тренировки, после чего высыхает, не оставляя следов. Антибактериальная пропитка убирает неприятный запах, убивает грибки и микробы. Эта добавка вводится на заключительном этапе производства ткани и не выстирывается. Материал мягкий и приятный к телу, быстро сохнет и не деформируется при стирке. Я уже стирал этот комплект, и ничего не деформировалось и не растянулось. Вот такие у нас сегодня, ребят, интересные спортивные товары. Пишите, как вам они, как вам перчаточки. Прикольная штука для пловцов. Подумайте, если вы занимаетесь бассейном. А также присмотрите эту вот маску для плавания, если вы будете ехать на море, там или может в Египет, Турция. Вот, я думаю, вам пригодится что-то подобное. Спасибо вам за просмотр. Пишите обязательно в комментариях, как вам товары, пригодятся ли они вам. И вообще пишите, каким вы спортом любите заниматься, потому что у нас спортивные товары. Всем спасибо за просмотр и всем пока!